Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свапа агро. Без 10-6 у нас, друзья, и пора, наверное, просыпаться и начинать работать. Давайте сначала о том, что мы сегодня сделаем, что было в прошлой серии, и начнем. В прошлой серии, друзья, мы с вами убрали пятое поле. Там был у нас лучок. Его у нас получилось 881 куб. Как по мне, так в принципе-то и неплохо. И, кстати, что меня порадовало, комбайн с маном работали и вообще ни разу меня не отвлекали за всю уборку. Это было прям очень приятно. Плюс, друзья, я подготовил все поля к посеву. Они у нас спаханы и удобрены. В общем-то, все прекрасно. Соответственно, нам нужно их сегодня будет засеять. Плюс, друзья, за кадром я продал силоса, причем довольно много, там около 1,5 кубов, точнее 1,5 тысяч кубов. В общем-то, 1,5 миллиона силоса я продал, и вот 4 миллиона у нас еще осталось. Так что, может быть, дальше его сегодня продолжим продавать, и цементика я там продал. В общем-то, у нас есть некоторые деньги. Плюс в прошлой серии мы приобрели себе зерновой сепаратор и запустили его, он будет нам давать очищенное зерно. Поэтому сегодня, друзья, мы с вами купим еще мельницу и построим ее, завезем туда все стройматериалы, а также, скорее всего, даже ее и запустим. На 31 поле мы с вами, друзья, будем сеять сегодня лаванду, потому что у нас есть завод эфирных масел, и он, в принципе, приносит нам доход, причем очень немаленький. Поэтому я думаю, что это поле у нас теперь будет вообще отведено под лаванду. На 13 поле мы посеем, наверное, рожь, потому что у нас ее нету, и пускай будет. А на 5 поле пока посеем морковку, потому что, как я уже говорил, корнеплоды хочу один раз собрать и забыть. Для всех этих культур нужна вот такая вот сеялка за 123 тысячи. У нас их есть 2 штуки, но полей у нас всего 3, а сеялки 2. Поэтому давайте, друзья, прикупим еще одну сеялку, дабы все у нас было прекрасно. Соответственно, друзья, на 5 поле будет работать наш зеленый Дойцфахр. С новой сеялкой будет сеять морковь. 5.59 на часах, в принципе, можно запускать по маршруту со стартовой точки. Он как раз доедет до нее, и только удобрение и посев, да. А он, соответственно, доедет до нее и поймет, что у нее ни хрена нету. И открылось, да, уже 6 часов стукнуло, открылось у нас. Обо что это он так там споткнулся? Не суть важно. В общем-то, сельхозхимия открылась, поэтому он может ехать заправляться. На 13 поле будет работать New Holland. Этого товарища мы тоже запускаем. Маршруты у нас загружены, стандартные, которые уже были, которыми всегда пользуемся. Здесь будет расти рожь. И 31 поле будет расти лаванда. Тоже стандартный маршрут. Со стартовой точки запускаем. Вальтра вперед. Я выбираю тебя. Далее, друзья, как и собирались, покупаем мельницу. Стоит она 112 тысяч рубликов, точнее, участок под строительство. И вот здесь вот она у нас, собственно, и будет. И последнее, что нам нужно сделать, привезти сюда стройматериалы, чтобы это все дело запустить. По стандарту у нас стройматериалы поддоны с брусом, бетон и бетонные блоки. Все это у нас есть и есть в достатке, поэтому берем, друзья, нашего любимого оранжевого америкосика и отвозим все стройматериалы на стройку.
Итак, друзья, все мы сюда привезли. Пару бетонных блоков, правда, упало сразу. Ну, да ладно. В общем-то, сейчас это все дело нужно затолкать на триггера. Я не знаю, почему я не сделал это с помощью мана. Так было бы немножко проще, но ладно, в любом случае. Четко. Ну и все, друзья, все забито на 100%, соответственно, мельница должна будет построиться. На это уйдет ровно 24 часа, поэтому, друзья, мы уже встретимся с вами, когда закончится посев, ровно через сутки в 9 утра. А вот, друзья, обманул я вас, не успела за сутки все созреть. Поэтому 18.30 у нас, и, я так понимаю, у нас будет ночная уборка. По крайней мере, лаванда и морковь убираются довольно долго, поэтому уборка будет в ночь. Ну а в 6 утра тогда замутим посевную. А еще я сейчас перенесся на наше пятое поле и увидел здесь вот такую вот замечательную картину. Я вообще не знаю, что случилось. По-моему, наш комбайн устал и прилег отдохнуть. Я, честно говоря, не знаю, каким законным способом его отсюда поднять и почему он здесь лежит. И это странно. Придется, конечно, тогда сбросить его в магазин, потому что поднять его так нет никакой возможности. И, друзья, нам нужно купить еще один прицеп, чтобы все три поля убирались сразу, потому что у нас всего лишь их два. Ну и, соответственно, еще одну тару. Так как он у нас хреново, скажем так, красится в разные цвета, то возьмем и сделаем его опять черным. И давайте цвет обода белый с фаркопом. Покупаем все это дело. И в комплекте мы возьмем белую татру, тоже с задним креплением. И все поставим белое. Купить, да. 395 тысяч остается. Замечательно. Соответственно, вот у нас новый наборчик. И давайте ставить все это дело в работу. Первым у нас пойдет работать тот, кто убирает лаванду. Так как он будет это делать само долго, в общем-то, заводим двигатель, раскрываем сжатку, выставляем трубу и со стартовой точки, в принципе, этого пацана запускаем. Он у нас будет делать две полосы вокруг, потому что есть проблемы с разворотом у самого мана, точнее, татры. И запускаем вслед, разумеется, работать и татру. Попробуем запустить его сразу с ближайшей точки. У него обычный маршрут с 31-го поля, и он решил поехать не туда. Ну ладно. Выставляем его отсюда и... Да, сейчас опять могут быть косяки с тем, что ему будет тяжело подъехать. Давай, друг, ищи комбайн для работы. Да не, нормально, он сейчас развернется, и они должны будут поехать. Могут быть косяки во время поворотов, но после того, как они пройдут эти все повороты два раза, то потом оно будет работать как часы. Он вообще не будет тревожить тогда. Замечательно. В общем-то, оставляем их, пускай собирают нам лавандочку. Далее ставим в работу нашего морковного друга Красненького, который будет собирать морковку. Соответственно, за него мы уже вручную начнем работу. Опять-таки раскладываем все вот эти приспособления и приблуды. Врубаем все это дело. Погнали работать. Замечательно. И теперь с ближайшей точки этого товарища запускаем, и все будет нормально. Ну и мана ему в помощь, татру, точнее, нашу новую, запускаем по маршруту с ближайшей точки и замечательно, он сразу ищет комбайн, ждет наполнения бункера, надеюсь, будет то же самое, что и с луком, то бишь они все это дело уберут нахрен и вообще ни разу нас не потревожат. Далее 13-е поле, оно у нас будет убираться Нью-Холландом, поэтому тоже разворачиваем всю вот эту вот хреновину. Заводим комбайн, включаем его и погнали чуть-чуть стартанем. Рожь теоретически же должна давать солому, правильно? Да, отделяет солому, все замечательно. Поэтому давай, дружище, с ближайшей точки продолжай работу. И далее, соответственно, красненькая татра вместе с ним с ближайшей точки давай и... Да, ты все-таки опять поедешь на работу. На работу, на дорогу. Ничего себе оговорочка. Ну ладно, друг, как хочешь, я тебе разрешаю. Ну и, друзья, как я говорил в прошлый раз, мы еще покосим лук еще раз и двойную порцию травы сразу соберем.
так как, помните, я уже ставил косилку прямо с фуражным прицепом, чтобы сама косилка возила, но тут очень дохрена травы будет, поэтому будет работать у нас трактор отдельно, который будет все это дело возить, так будет быстрее. А еще, скорее всего, после того, как уберется солома на 13-м поле, я поставлю сюда второй трактор, потому что, ну, очень долго будет убираться вся эта трава. В любом случае, дружище, у тебя покос травы взлетка, давай со стартовой точки и побольше тебе угол разворота. 12 метров мы всегда ставим, чтобы ты нас не беспокоил своими разворотами. А ты, дружище, давай иди собирай траву. Топливо у тебя, маршрут через заправку проходит, поэтому все должно быть нормально. Единственное, кстати, что надо сделать, это застопорить тебе прицеп, чтобы ты тоже не косячил. В общем-то, не должен он догнать газонокосилку, пускай работают. Ну и так как уже довольно далеко уехали комбайн и Татра, можно в принципе запустить и уборщика соломы вслед за ними, небольшую фору ему дали. Соответственно, этот товарищ будет эту солому сразу же продавать. Мы ее не будем собирать, потому что у нас она есть, а лишняя копейка нам не повредит. Так что, друзья, уборка у нас полностью закручена и можно приступать к собственной, скажем так, работе. Ну и первое, друзья, что мы сделаем, это запишем маршрут на то, чтобы с сепаратора вывозилось очищенное зерно и отруби. Отношение произведенной продукции здесь примерно 2 к 1. Ну, чуть меньше, чем 2 к 1. Поэтому маршрут наш будет, знаете, каким? Он будет забирать отсюда очищенное зерно, потом возвращаться забирать отруби и еще раз забирать очищенное зерно. Соответственно, он будет по одному маршруту делать 3 круга. Ну или сначала очищенное зерно, потом еще раз зерно и потом отруби. В любом случае, давайте-ка поставим здесь автоматическую загрузку. Я надеюсь, это можно сделать. Да, автоматическая загрузка 1 и автоматическая загрузка 2. Делается это для того, чтобы, в общем-то, равномерно все отсюда забирать. И давайте как-нибудь придумаем, как отсюда грамотно выехать, потому что на самом деле где-то здесь есть еще одна объездная, скажем так, дорожка. Я ее, по крайней мере, видел. Хочется, чтобы красиво все маршруты выглядели. Да, вот здесь вот можно выехать, наверное. Тут лента висит какая-то. Не, мы не будем рисковать. Мы тогда будем аккуратно разворачиваться как-то здесь. Блин, на самом деле не все так просто. Да, мы будем просто разворачиваться вот здесь, на этой площадке. Давайте мы даже начнем с отрубей, поскольку нам будет проще выставлять тогда на стартовую точку. Поэтому, друзья, выставляемся на стартовую точку, загружаемся отрубями и начинаем записывать маршрут. Ну и, дружище, чё мы не загружаемся? Ты мне еще скажешь, что нельзя здесь отруби возить в этом прицепе. Это я никогда в жизни в это не поверю. Понятно. Подъехал криво. Бывает. Соответственно, начинаем запись маршрута. Едем, везем отруби на базу, выгружаемся там, возвращаемся под очищенное зерно, ставим паузу и делаем еще один такой же круг. И вот здесь, друзья, этот самый маршрут у нас прерывается. Мы его, разумеется, сохраняем как
сепаратор база. И можно, кстати, его даже сразу скинуть в папочку доставка. Я сделал вот папочки за кадром, чтобы удобнее было. Тут, правда, не все я туда раскидал, но да ладно. Соответственно, друзья, чуть-чуть отъезжаем назад, ставим в загрузку отруби, потому что они первые у нас будут грузиться. Из ближайшей точки это дело запускаем. Единственное, надо поставить паузу. А, стоит 50 секунд, вполне хватит. Там секунд за 15 он грузится. Заполнение пошло. В общем-то, он все должен отвезти без проблем. У нас, друзья, тем временем построилась мельница еще, когда я перематывал время, и сюда нужно отвезти пустые поддоны, мешки и чистое зерно. Есть небольшой косяк. Я не знаю, как у нас работает мельница. Мне кажется, что она тоже работает до 8 часов только. Написано тут это где-нибудь? Да, поэтому, друзья, нам нужно вручную сейчас это все будет заполнить. Мешки у нас находятся на химпроме, это не проблема. Вот поддоны у нас лежат на складе. Хороший вопрос, есть ли у нас поддоны на мастерской поддонов, на цеху. Да, они у нас здесь есть, можно их будет взять отсюда, но проблема в том, что они спаунятся здесь раз в минуту. Поэтому, друзья, мы едем сюда, берем здесь 5 поддонов, чтобы потерять не больше 5 минут, и повезем 5 мешков, а остальное забьем уже в следующий раз, просто чтобы ночью оно не простаивало. Для этого берем нашего любимого америкосика и, в общем-то, погнали за 5 поддонами и за 5 мешками. Итак, друзья, отвезли мы мешки и поддоны, и у нас есть 7 минут, чтобы запустить этот завод и привезти сюда один прицеп чистого зерна. Пока мы записывали маршрут сепаратора, мы туда как раз отвезли 40 кубов, два раза по 40 кубов. У нас есть прицеп для нашего америкоса, который вмещает в себя 80 кубов, поэтому поехали, у нас есть 6 минут, чтобы это все дело сюда привезти, иначе он будет ночь стоять в холостую, а мы этого очень сильно не хотим. Ну что, друзья, мы успели сюда привезти тютелька в тютельку, 21.00 стукнуло и закрылся, в общем-то, наш мукомольный завод, наша мельница, и теперь отсюда тупо не выехать. Можно, в принципе, сбросить технику, но ладно, уже пускай стоит здесь до утра. Я, честно говоря, планировал сегодня замутить еще и маршрутик на перевозку очищенного зерна сюда, но, видимо, уже не судьба, уже в следующей серии мы с вами это сделаем. В общем-то, неплохо мы сегодня поработали. Интересно, кстати, вот зерновой сепаратор-то работает еще? Где у нас здесь какая-нибудь вывеска? Вот она, очистка зерна. Режим работы круглосуточно, замечательно. Тогда пускай этот товарищ ездит. Соответственно, друзья, на этом мы будем заканчивать. У нас сейчас происходит уборка, и она будет длиться всю ночь. А в 6 утра мы с вами уже в следующей серии замутим посевную, пробежимся по всем заводам, соответственно, восстановим работу тех, кто стал. Ну и плюс новое предприятие, которое мы с вами приобретем и, соответственно, тоже, скорее всего, запустим. Это будет маслобойня, то бишь завод растительных масел. Так что медленно, но верно, мы с вами продвигаемся вперед. Там же, кстати, на подходе карта на 19-ю ферму, это же самое. Она у меня уже есть, но на ней еще нет производств, поэтому я считаю, что нет смысла мутить на ней пока что карьеру. Разработчики обещают постепенно и уже начинать добавлять цепочки производств, поэтому, в общем-то, скоро 19-я ферма, друзья. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, рассказывайте о канале друзьям, подписывайтесь на лайв-канал. И, в общем-то, вы все прекрасно и так знаете. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.